Почему болит кишечник только в одном месте? Скорее всего, там локальное образование. А в правом подреберье печень, желчный пузырь, УЗИ нормально. Ну, собственно, это одно из типичных мест, где болит кишечник. Типичное место. Есть несколько типичных мест. Раз, два, три, четыре типичных места в кишечнике. Пять. Пять. Есть еще в околопупочной области. Значит, это типичные места. Это связано с расположением кишечника и с его строением. В зависимости от того, как он устроен, есть и есть проблема, может возникать чаще всего ощущение в самых этих проблемных местах. Вот. Но в первую очередь надо думать о чем-то локальном, понимаете? Потому что если мы говорим о воспалении или раздражении, то первая характеристика это протяженность, друзья мои. Протяженность. Вот так вот. Протяженность. А если один участок, то это вопросы. Еще больше полезных знаний о здоровье в моем профиле. Также вы можете задать свои вопросы на прямых трансляциях в соцсетях и бесплатно изучить материалы, которые я подготовил для вас, где еще больше полезной и качественной информации. Все ссылки в профиле. Подписывайтесь и ставьте лайки.